Всем привет из Киева, столицы Украины. Сейчас я здесь нахожусь на улице Богдана Хмельницкого, вот около выхода из метро Театральная. Здесь вот остановочка для машин, надо сказать, места мало. А я вот напротив музея города Киева. Как вы видите, вот здесь такие атланты держат на руках этот музей. Наверху часы, которые бьют регулярно, ежечасно, каждые полчаса. Да-да, меня зовут Виктор Фурсов. Я рассказываю вам из центра Киева, столицы Украины, здесь на улице Богдана Хмельницкого. Как раз вот это направление туда, это направление на Крещатик. А почему здесь сегодня я, здесь около музея истории города Киева? Музея города Киева просто, потому что у нас два музея, посвященные Киеву. Там на улице Грушевского, который известен коктейлем Грушевского и Молотова. А здесь в музее Киева. Тоже известное местечко, оно известно тем, что оно появилось неожиданно, потому что здесь был просто парк. Здесь был просто парк, здесь росли сиреневые кусты. И за этим огромным зданием, вот покажу опять-таки, видите, здоровое такое трехэтажное здание, квадратный такой блок, за ним находится просто жилой блок, жилой дом. И в одно прекрасное время, буквально еще начиная с осени и зимой, здесь продолжалась просто невероятная стройка, постоянно стройка. Здесь огромный вырыли котлован и в конце концов построили здесь огромное здание. А за этим зданием находится другое жилое здание. И таким образом окна жилого здания прекрасно были загорожены новым современным зданием из стеклобетона. Но этим вся история не кончилась, потому что сразу это собирались строить нечто. Нечто, что никто не знал, потому что на этом месте построили какой-то офис. И в результате того, что киевляне проявили невиданную на то время активность и ругали это здание, потому что оно возникло, в общем-то, наверное, за какие-то большие денежки, заплаченные высоко в администрацию. В результате этот офис закрылся, он очень некоторое время стоял, а потом его владельцы подарили, или мы не знаем даже как, передали на каких-то правах собственность города Киева. И на этом месте был открыт вот этот замечательный музей истории Киева. Сейчас, вот, 20 января 2014 года, машины здесь ездят активно, а музей открыт, и в музее работают три этажа. В музее имеются выставки. На первом этаже небольшая выставка, посвященная фотографиям. На втором этаже как раз история города Киева показана на выставке. А на третьем этаже, как оказалось, неожиданно, история очень особенная. Там путешествующий музей, музей Шереметьево из Крыма переехал, и он теперь путешествующий музей, показывает выставку, посвященную Первой мировой войне. На третьем этаже выставка Первой мировой войны. И вот, кстати говоря, вот там, я вам его еще покажу, стоит броневичок. Броневичок, который тоже приехал из Крыма, из музея Шереметьево, который находился где-то под Севастополем, может, кто точно знает, меня поправит, где он находился. Это мне рассказали как раз билетеры, которые зазывают активно сюда приходить. В рабочий день билет стоит 25 гривен, в выходной день 35 гривен. Это без льгот. Льготная — это половина стоимости, 15 гривен для льготников, для студентов. Вот такой музей истории Киева. Истории музея города Киева. Так что приходите, выходите из метро Театральная, и вы сразу же упретесь вот в музей истории города Киева. А как мы поднимемся наверх и посмотрим эту замечательную выставку, посвященную Первой мировой войне, то расскажем еще, что там, как, что за дела там творятся. А пока посмотрите вот так Богдана Хмельницкого. Вид на театр имени Леся Украинки, русский драматический театр. И вид дальше на Крещатик. И все продолжающийся ремонт в ЦУМе, который будет новое, наверное, здание непостижимого красоты и размеров. Там как раз висит украинский флаг. Так что вот такая история по поводу музея истории Киева. Приходите, и думаю, что он вам понравится. Ну пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и приходите в музей. Киев славен музеями. Как видите, все здесь работает, машины двигаются, музеи работают.
и люди бегают туда-сюда, все заняты своими делами. Ну пока, до следующих встреч. Ставьте лайки.